Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Пустые баночки». Итак, поехали. Целый пакет скопился, давно не было этой рубрики, давайте начнем с шампуней. Любимый шампунь моего мужа на данный момент, он то Head & Shoulders на постоянной основе пользовался, сейчас ему нравится Клея. Клея Витаба, просто Клея моя на ней сейчас. Разные берет, нравится, подходит, все супер. Тройная защита от перхоти. Дальше, мой любимый шампунь уже, прям вот самый-самый любимый на данный момент, который так круто иссушивает волосы, прям как я люблю. Объем на голове живой, аромат у него потрясающий, расход минимальный, пенится хорошо. Это Ладор, девчонки, зеленый шампунь с зеленым чаем. Не бюджетная такая бутылочка, здесь... Сколько? Она такая кубасенькая. Это корейский бренд. Не вижу миллилитраж. Этикетка отодралась, девчонки. Но много здесь, много. Она кажется маленькой, но на самом деле здесь много. Очень люблю этот шампунь, потому что вот именно он мне дарит свежесть волосам и объем тот, который я хочу. И настолько, насколько я хочу. То есть после него волосы, они немножко подсушены. Но я вот люблю такой эффект. Я не люблю, когда прилизанные палки висят. Мне не нравится. Поэтому это мой любимчик. Если у вас быстро очень пачкаются волосы, прям рекомендую попробовать. Мне кажется, они есть даже в объеме 50 мл. На Валберес на пробу можно взять такой небольшой. Так, дальше пенка для мытья посуды, за которую мне недавно высказали на YouTube. Женщина эта противная улетела сразу в бан. Она мне: как же так, у вас стоит на раковине не Фаберлик, средство, и с такой, знаете, предъявой. Прям вот так грубо и так мерзко. Тебе какое дело? Попробовала пенку Грасс. Больше не буду. С Фаберлик не сравнится. У меня даже здесь немного осталось, я ее выкидываю, потому что уже не хочу, девчонки. Это гипоаллергенная пенка. Я даже не хочу сюда переливать средства Фаберлик, чтобы вспениватель остался, потому что у меня как бы есть кухонный диспенсер. Он мне гораздо удобнее, лаконичнее смотрится на кухне. И там как бы сразу полочка под губку, поэтому выкидываю. Аромат приятный, и вроде пенка такая нежная, хорошенькая, ручки не сушит, все замечательно, но не пенится, так как Фаберлик даже рядом не стоит. Пена быстро слетает с губки, приходится добавлять и добавлять. Фаберлик, если капнул каплю, размылил губку, можно себе и соседям перемыть. Здесь нет, поэтому нет, конечно, повторять больше не буду, мне не понравилось. Так, дальше от Estelle вот такая пенка для умывания. Брала Ксюшки. Очень, кстати, классная у них вот эта вот детская серия. Но она какая-то прям тоже очень небюджетная. На рандеву брала. Здесь алоэ вера пантенол. То есть, в принципе, можно было бы уже давать Крис. Вспениватель классный. Они потом сюда наливали еще гели для душа себе, вспенивали, баловались. А так Ксюшка использовала как пенку для умывания на лицо. Классная пенка. Я пробовала ее на себе. Очень нежная, деликатная, хорошо очищает. Не пересушивает. Поэтому все отлично. Вот такое вот средство детское от Wonder периодически беру. Очень часто бывает на Озон или на Яндекс.Маркете наборы Wonder детские по очень привлекательным ценам. Поэтому мимо пройти ну просто невозможно. Детское эко-мыло, сливочное мороженое. Объем огромный. Опять миллилитраж. Не найду, не буду искать. В общем, огромный. 0+. Не раздражает кожу, не сушит. Везде дозаторы есть. Очень такие приятные средства, скажу я вам. Пенится хорошо. Никаких реакций ни у одного, ни у второго ребенка не вызвали. Поэтому да. Периодически беру. Дальше. Мыло из Фикса. Гадость редкостная. Но обычное дешманское мыло. Ну, хотя душка, вот приятно. Брала из-за флакона. Потом посмотрела, что и флакон этот, он как-то смотрится. Здесь целых 500 мл. В моей ванной не очень удачно. А я больше беленькое все люблю. И пыль тут собирается. На нем приходится часто протирать. И он мягкий такой вот этот флакон. Но, знаете, вот ненадежный. Взяла, побаловалась, попробовала, потестировала. Все, больше не возьму. Патчи, девчонки, патчи от Farm Stay, они не сильно дорогие. Какой обзор у вас там, да, зеркалит? На рандеву брала, с золотом они типа с золотом, все доиспользовала. Знаете, очень понравились, вот прям очень понравились, вижу и эффект, и по отечности, по свежести вот под глазками, и по гладкости кожи. Понравились, они не сильно дорогие, вот такие вот 24 карата золота Farm Stay, поэтому зачетом ставлю. Дальше у меня шампунь. Бессульфатный шампунь. Забыла, как бренд называется. Господи, Love. На Озон, по-моему, брала. Уже забыла. Бальзама чуть-чуть осталось из этой серии. Еще шампунь есть.
понравился. Вы знаете, это бессульфатный шампунь с кератином. Вот от него волосы у меня тоже выглядят достойно. У меня Ксюшка очень любила мыться. Ее непослушные, слегка вьющиеся волосы тоже ложились прям очень красиво. Это действительно бессульфатный шампунь. Он немного хуже пенится и слегка подсушивает волосы. А бальзам, ну, просто песня. Он вообще не утяжеляет. И когда вы его наносите, вы чувствуете, что там нет совершенно силиконов. Их нет. Но в то же время, там, где надо разгладить, он разглаживает. Но и не утяжеляет вообще ни при корневую зону, нигде. Поэтому вот эти шампуни и бальзам очень-очень достойные. Так, дальше. Honey Kids жидкое мыло. Я еще помню, Ксюшке вот эту серию брала. Нормальное обычное жидкое мыло. Но в Пятерочке, мне кажется, в Дикси продается много где. На рандеву, мне кажется, я брала опять. Скраб для кожи головы от Биэлита. Не понравился, девчонки, не понравился. Наносить неудобно, эффекта особого никакого не увидела. Что я подразумеваю под эффектом? Очищение прикорневой зоны волос, кожи головы. Но не увидела особого эффекта, вот уже допользовала, лишь бы допользовать. Понимаете, уже на тело, мне кажется, допользовала. Поэтому мне что-то ни о чем. Вот как-то мне никак. Давайте по дезикам пройдемся. У меня их здесь прям почему-то так много. Сначала сухой шампунь от Прелесть. Тоже не понравился. Вы знаете, Магнит Косметик, по-моему, брала, или еще где-то, или на Валберс еще давно, там две по цене одного. Фаберлик даже лучше. Даже Фаберлик, сухие шампуни лучше. Не Батист, конечно, экстра объем. Он вообще, мне кажется, никакой. Вот он никакой. Совсем минимальный какой-то эффект. Не знаю, за что деньги дерут. Бред какой-то. Ой, вот это жутко противный дезик взяла кто-то из девочек в чате. Присылал Рексона, вот именно вот это вот у них линейка, девчонки. Это прямо в сердце написано. Здесь не только прямо в сердце, здесь до основания мозга достает этот удушающий аромат. Ты просто задыхаешься, и даже если ты никогда в жизни не кашлял, у тебя начинается дичайшая бронхиальная астма. Гадость, Валберес, точно. Гадость редкостная, никогда больше не возьму. Это, я не знаю, мне кажется, забивает легкие просто намертво. Не знаю, как можно такое любить. А вот это любим всей семьей. А, и муж, и дети, и ребенок, точнее. Так, это у нас женский оба, зелененький и розовый Виан на квасцах, дезике. И реально защищают от запаха пота. То есть его нет от слова совсем. Влажность присутствовать может в зависимости от вашей потливости, от вашей активности. А вот запаха пота ноль. Ноль, ноль, ноль. Проверено на всех. Классные, суперские. Насколько я вот не люблю формат шариковых дезиков, тут уже какой месяц. Ну, вот смотрите, что творится. Пользуемся только ими. Еще два. Это мы с Ксюшкой на пару. Но там небольшой объем, но стоят они очень дешево. Я уже по 3, по 6 беру. Меньше 100 рублей выходит одна штука на Валберес. Дешево. Детская пенка очищающая от Биэлиты. Нормальная такая пенка обычная. Ничего плохого сказать не могу. С лавандой. Нормальная. Так, маска подтягивающая от Аравии. Я уже по поводу Аравии вам много раз говорил, что я считаю бренд именно, не бренд, посредственным. Они задирают ценник, по их ценам не работает их продукция, от слова совсем. Я считаю, что это такой вот бюджетный вариант по типу фикс-прайса, уход, не более. Я не вижу никаких чудес от этих масок. Да, вроде как неплохо, но потом вспомнишь, за сколько ты покупал. В смысле неплохо? Нет, должно быть хорошо, как минимум. Маска подтягивающая с коллагеном, гиалуроновой кислотой. У них есть артикулы тут. 62-20. Гелевый такой густой продукт, прозрачный, ничего абсолютно не делающий. Но может быть легкое увлажнение, и все. Ни о какой подтяжке тут, ни о какой гиалуронке тут речи быть не может. Брехня. Вот распиарили бренд, девчонки, а по факту брехня. Маска от Биэлита даже омоложение, вот это вот, мне понравилось больше. Milk Line, протеины молодости, депигментирующая, осветляющая. Такая вот она интересненькая. Белый такой молочный продукт, как жиденькая сметанка с прикольным ароматом. И вот тут действительно маска работает как-то. Личико после нее свеженькое, очищенное, не пересушенное. Прикольное. Вот это вот, вот прикольно. Можно даже повторить как-нибудь. Так, от Alex Skin. У меня вот такая вот маска с дренажным эффектом в беленькой тубе. Ну, Alex Skin вообще, конечно, тоже ценник космос, но у них очень рабочие продукты. Ничего не могу вот сказать. У них продукты очень рабочие, все работает на ура. Это маска ночная, несмываемая, белой плотной консистенции. Она просто потрясающая, несмываемая, да. Но я иногда ее делала прям толстым слоем, а потом смывала. Большую часть маски кожи съедала, и она потом такая великолепная.
Поэтому как-то так. Едем дальше. У меня аж голос пропал. Наорала на маску Аравии, голос пропал. А, пенка с углем от Гималая. Прикольная. Но мне не хватало очищения. Несмотря на то, что она с углем, я не знаю, есть ли этот продукт фикс или нет, я брала на рандеву, там Гималая в большом ассортименте. А, представлены и цены бюджетные. Мне не хватило очищения именно от этой пенки с углем. Я вот повозюкаю даже со своей любимой щеткой, а мне кажется, что вот я недоочистила. Какая-то она, знаете, такая разбавленная. Ей-богу. Любимая маска. Экспресс освежающая маска от Агафьи. Она у меня практически постоянно есть дома уже на протяжении лет 2 минимум. Бывает дешево на Озон, бывает дешево в Магнит Косметик. По скидкам надо ловить. Она пощипывает, она сгоняет по утрам отеки с лица. Она выглядит свежим, румяным, красивым. За такие деньги, вот за 90 рублей маски работают. Но за пятихатку, или я не знаю, сколько она даже стоит, может, 800 рублей, Аравия, нет, зачем? Мы выпустим бесполезный продукт, который потом будут хаять. Густое горчичное масло для волос. Раньше постоянно брала от Fit Cosmetic Fixie. Сейчас вот недавно тоже повторила. Вы знаете, оно потрясающее. Вот за свой ценник тоже. Оно просто потрясающее. Именно вот это горчичное я люблю больше всего. Идеально разглаживает волосики, не утяжеляя причем. Они потом прям обалденные. И объем сохраняется. И гладкость, шелковистость. Так, от Гималая еще вот такая паста Sensitive. Наташа в свое время в Telegram посоветовала. Наташа, спасибо тебе большое за это. Потому что я теперь на ней плотничком сижу. У меня эмаль иногда... в зависимости от ухода, подвержена повышенной чувствительности. А, с этой пасты нет вообще никаких проблем. Уже второй тюбик, не второй, уже пятый, наверное, тюбик открыла. Поэтому именно вот эта Гималая Sensitive Fixie, они дешевле всего, наверное. Я иногда беру и на Яндекс.Маркете, и на рандеву еще один. Сколько же они у меня копились. И очень классный уход, но совсем тоже не бюджетный, за волосами от Labi Aesthetic, девчонки. Но это прям пушка, бомба, петарда, вообще все на свете. Это маска. Маска же. Я уже забыла. У меня несколько есть маленьких, да. Маска против ломкости волос. Несколько продуктов есть от Labi Aesthetic, они все малышки. Есть несмывашка, есть шампунь. Второй раз, кстати, его брала уже. Малышечку. Совсем не бюджетно, но волосы просто бомба. Мне нравится вот эта вот серия именно для объема. Шампунь, несмывашка, по-моему, в сереньком флакончике. Вот эта маска. Там буквально 3 граммулечки, и волосы обалденные. Пахнет вкусно. Она... и разглаживает, и объем волосам дарит против ломкости. Вот это вот класс, супер уход. Так, все, все разобрали, все рассказала. Надеюсь, было полезно, интересно. Подписывайтесь обязательно на канал. Всех люблю, целую, всем пока-пока.